Привет! И снова с вами Амина. И Маржан. Да, у нас Маржана, она стей. Нет, я не стей. Она говорит, что она не стей, но при этом она очень любит Stray Kids. И весь ее твиттер это практически все Stray Kids. Это Сунмин, это Минхо, это... Ну Хан еще. Ну Хан тоже был когда-то. Сейчас реже, намного. Я вообще не стей, да? Ну и что, что я купила три... Ну что, что она альбомы купила? Да, больше, аж чем три штуки. Любой фанат, да, другой группы и там. Ну да. Все, что она там каждый раз постит все о них. Ну что, что она все выступления смотрит, все их песни слушает. Ну какая разница, что она их любит там. Она не стей, ни разу. Да. Короче, нам хочется послушать Secret, выступление посмотреть. Да. Может быть, ты скажешь про свое впечатление об альбоме? Ну, альбом замечательный. Я очень не люблю шумные песенки. Но я добавила все песенки из альбома в свой плейлист. Это просто слепая любовь Шавола к Хубе, понимаете? Вот. В целом, конечно, альбом... из одной компании. Да-да-да. Ну, из разных компаний я просто такая, я всех поддерживаю. Вообще, да, я мультифандомщица. Нет, я Шавол. Ладно, это я сама себя убеждаю. Мне просто Мин сказал, что нельзя в чужие фандомы уходить. Поэтому, да, поэтому я не ушла в чужой фандом. Молодец. Очень преданный фандом. Очень. Да, очень. Ну, вот песня Secret, ее, по-моему, Хан написал, кстати. Да, это первая песня Хана, которая мне зашла. Сори, я люблю Хана как сам, ну, как Хана. Мне кажется, одна какая-то песня Sunrise, Sunshine. Мне, в принципе, Alien нормально, но мне не нравится, что слишком много автотюна в его песнях. Но в Secret этого, к счастью, нет. Либо этого я не услышала, потому что когда я первый раз слушала альбом, мне показалось, что ни в одной песне нет автотюна. В итоге Sick оказалась очень автотюненная. Да ладно. Ладно. Все равно нравится. Посмотрим. Раз, два, три. Стартуем с Хёнджина. Ладно, я не буду второе ухо надевать, хоть очень хочется. Бальтяни. Такой серьезный. Ну, дедивленный тикток купили. Взяли, смотри, он меня услышал. Так, все 7, все 8. Да. Хани, это сон. Я же так люблю, когда они поют вживую. Да, представлю, песня мне нравится. Обожаю его вокал. Чанин очень продвинулся, очень продвинулся. В этом альбоме у него вокал. Уйди за ребенка! Сыны? Конечно! Это мой сыночечек. Мой солнышко. Ох, как поют. С зоном сол. Кто тебя обидел, скажи? Белый. А он все равно такой, знаешь, сэк. Ну, конечно. Кстати, у Хёнджина неожиданно хороший тон голоса, когда он поет. Ой, мальчик, еще один. Лучше друг Чанбин. Обожаю Чанбина. Уф. Тебя тоже люблю. Тебя, наверное, тоже люблю. И тебя люблю. Чан такой грустный вообще. Кстати, я перевод не читала именно этой песни. Феликс прям намного выше выглядит. Почему он такой потрясающий? Красивый. Ох, как он поет. Голос у Сунмина, он как будто сватый. Такой прям. Напоминает мне голос Анью. Тембр другой, но вот эта вот мягкость, как у нее. Ох, сон. Мне, кстати, зацепило. Ох, сын.
Блин, мне так нравится, как Чанин поет сейчас. Он очень высоко начал петь. Да. Бедно, выбора нет. Чан заставляет. Mm-hmm. И так мне нравится партия Минхо здесь. Вообще здесь все мне нравятся. Все молодцы. Уф, Сунмин с таким чувством. Этот Эва, она меня при первом прослушивании очень зацепила. Молодцы. Я горда вами, мои мальчики. Вот прям вот, вот каждым горда, даже Хёнджином. Как тебе песня? Классно, мне очень нравится. Мне нравятся такой, такие песни. У них мало таких песен. Мне хочется побольше прям таких. Я могу тебе сделать плейлист. Прям баллад каких-нибудь, где вокал их слышим. Согласна. Ну, вот хочется побольше таких, как Never Ending Story. Я прям обожаю. А это их песня? Да, которая у вас есть же. А, точно, я просто на корейском знаю. Не, ну как, я вижу там. Вот, эту песню я обожаю, и хочется таких песен побольше. Sorry, I love you. Просто она самая сердечечка у меня. Я просто ее уже выучила, наверное. Но это тоже хорошее, я согласна. Ну, в альбоме, мне кажется, больше всего нравится Red Lights. Тебе это называется? Да, это Банчана и Хенджина. Твоя самая любимая песня, да? Наверное, да. Ну, неудивительно. Какие еще песни там были? Там есть Домино, там есть Сик, там есть Чиз. Чиз. Старлост. Обожаю Старлост. Просто кайфую. Старлост тоже хороший. Мне Старлост напоминает Биван и Фо. Обожаю Биван и Фо. Я просто сейчас плохо помню. Песен много так. Да, я добавила... 7 песен. Мне вот нравится, по-моему, Get... Где Хан, Сунмин и Аен. Ганавэй. Ганавэй. Вот эта песня мне нравится. Вот. Она мне сейчас... больше нравится, чем Secret Secret. А меня сейчас любую песню скажете, скажу, отличная песня. Отличный выбор. Вообще, я думаю, какая мне песня прям очень нравится, где там партия Хана. Так вот, кажется, это в этом... В Ганавэй. Да, наверное. Там потому что Хан поет невысоко. Он когда не поет высоко, ему постоянно дают партии, где надо вытянуть, которую никто не может вытянуть. А если он поет нормально, в комфорте своем, у него очень красивый тембр. Вообще, Хан это тот, кто заставил меня посмотреть на Stray Kids, так что для него всегда отдельное местечко в сердечке. Да. Ну, в общем и целом, мальчики молодцы, комфорт хороший. Хан и меня первым зацепил и до сих пор вот не отпускает. А я-то двух другому прыгаю. Много наговорили, наверное, 10 минут. Да, много наговорили.